Ваш частый вопрос. Чем отличается Тюрка Бэби Грейдер от Тюрки Бэби Твинс? В первую очередь, конечно же, размером, и это очевидно. Тюрка Baby Twins из модельного ряда Prima имеет ручку и такой вот мощный станок. Ее удобнее держать. Тюрка Baby Greater из модельного ряда Классика. Она меньше, она компактнее, зато практически вдвое дешевле. Ну и самое главное, обе эти овощерезки существенно отличаются вот от этого стального чуда. Здесь ножи бесконечно тупые, я бы сказала. А для чего эта часть, мы вообще предположить не можем. Здесь у нас то же самое, все забивается. Ну и самое главное, продукты здесь окисляются. Неужели вы хотите для своего малыша яблоко, в котором присутствует окисел железа? Рекомендую. И Baby, и Baby Twins сделаны из ударопрочного ABS пластика. Они на самом деле потрясающе острые. Они идеально режут. Не рвут, не мнут, режут. Ну а теперь давайте об особенностях. Посмотрите, здесь у этой овощерезки, ну или терки, зубцы расположены в одном направлении. В этом направлении она острая, а в этом направлении нет. У терки Baby Twins конструкция другая. И в одну, и в другую сторону она заострена. Она невероятно быстро трет, ну или режет. С другой стороны, здесь точно так же большое количество мелких-мелких зубцов. Здесь тоже зубцы в два раза мельче, чем с этой стороны, но они стоят не настолько часто, зато большая площадь для работы. Ну что, разбираемся, какие результаты нарезки мы можем получить на одной или на другой. Рекомендую работать и там с плододержателем. Обратите внимание, режем по стрелкам. И таким образом мы сможем дотереть все до конца, при этом, конечно же, руки останутся целы. Если вы будете работать без плододержателя на этой терке, обязательно у вас останется какой-то кусок еды, который вы не можете дотереть. В общем-то, с маникюром салат невкусно и нежелательно. Поэтому здесь с плододержателем у вас гораздо эффективнее работать. Давайте посмотрим драники. Так, драники. Шоколад, цедра лимона, все, что вы хотите потереть, но я здесь очень часто тру, например, кабачки на оладьи. Вот такая крупная нарезка у меня получается на этой терочке. Давайте посмотрим, что будет на другой овощерезке. Откладываем в сторону эту нарезочку, одеваем вот так же картошку всю ту же на плододержатель и работаем. Нарезка очень похожа, вы видите? И та, и другая нарезочка у нас тонкая. Ну, практически одинаковая стружка. Пробуем с кабачком. Что получится? Получится все то же самое. В принципе, скорость натирания примерно одинаковая. Потому что здесь у нас у этой овощерезки большая площадь, а у этой площадь рабочая поменьше, но зато работает она в обе стороны. Давайте посмотрим, что мы получим при работе с другой стороны. Кстати, обе овощерезки очень легко чистятся. Вам нужно просто вот так постучать по столу, и, собственно говоря, все из них вывалится. Проверяем, что у нас получится на второй стороне у терки Baby модельного ряда Классика. Большое количество мелких зубцов, и в результате вот такая вот мелкая-мелкая-мелкая, совершенно мельчайшая нарезка. Она очень хороша для приготовления еды малышам. Уже с 4 месяцев вы можете делать прикорм, когда у вас все настолько тонко порезано. Кстати говоря, конечно же, здесь можно потереть и шоколад, и цедру лимона. А я вот хочу на большой стороне потереть и капусту, чтобы вы видели, что на терке на самом деле не принципиально, что тереть. Этот невероятно ударопрочный ABS-пластик очень острый и справляется со всеми продуктами. Проверяем, что у нас получится на второй овощерезке. Переворачиваем этот самый Baby Twins и трем здесь морковку. Здесь натирание тоже достаточно мелкое, но практически точно такое же, как и у овощерезки Baby модельного ряда Классика. Вы видите? Вот такая тонюсенькая-тонюсенькая стружечка. Ну и что хорошего? У обоих овощерезок невероятно острые. Вот эти самые, хоть и пластиковые, но ножи. И результат потрясающий. Смотрите. Вот весь сок остался в продукте. Эта овощерезка не давит, а режет. Вы видите? Вы видите, сколько сока в продукте?
Он был не на столе, как если бы вы терли на обычной терке, у вас была бы лужа сока. Поэтому выбирайте то, что вам удобнее. Baby Twins или просто Baby. Baby Twins или просто Baby. Обе терки хороши. Главное, не работайте на такой овощерезке, когда готовите питание детям. Ну, несомненно, сыр будет получаться тоже тонким, идеальным. И нарежете его в мамины пальмы. Все, всем успехов!